Ну, вот это обнаружил дома граммов 100, наверное, водки, да? Вот. Меньше, наверное, даже. Ну, сейчас вот с гранаткой употреблю. Ну, и спать. Ну, так что все хорошо. Витамины прыгают. Ну вот, чутка налил. Так, что-то гранитку. Ну, вот закусь такой будет. Так, замахиваю рюмки. Ну, что-то в селфи режиме решил. Ага, пьем. Угу. И внутренне. Майгад, был Герман. Итак, видимо, еще пару раз. А то и 4. Я ж помаленьку наливаю. Да, в принципе-то, что такого страшного-то? Но, как бы я так что-то оглянулся. Ну, видимо, потому что 18,5 промилле. Вон, гитары есть. Колонки есть, кстати, не самые ужасные. Чупать монитор черный. Покрутим колесик, этот шар. Да, компьютер есть. Все есть. Все есть. Почему обои-то ободранные? Это же кто-то должен был устранить. Так, здесь что-то тьма. Идем. Нельзя терять ни минуты. Ну, как бы подытожить. Хули грустить, так когда все необходимое есть. Но я не про пчелку. Да, и даже не про гранат. Про ЛД тем более молчу. Но надо это. Третью. Так. Одной рукой неудобно. Так, замахну, потом закусю. Угу. Так, ушло. Погнали дальше. Гранат, конечно, волшебный получился. А пчелки такого сказать не могу. Ничего, то, что я чавкаю. Вот так вот выглядит одиночество. Зажигалку дайте. Вот, буду созерцать курение дыма. Затянутый видос. Но и Боба Марли никто же не отменял.